вас очень такая вкусная формулировка была на заявление Лаврова по, в связи с тем, что Россия, МИД России предлагает Грузии достижение, свою помощь в достижении мира с Абхазией, Южной Осетией. Вы говорите, Лавров ржет над Грузией и называете это ловушкой. Очередной, я зачитаю вашу формулировку, это та самая политическая ловушка, в которую Москва на протяжении многих десятилетий, говорите вы, пытается заманить те бывшие советские республики, которые самой же России превращены в государство-инвалиды. И здесь же я сразу задам вопрос, чтобы потом не мешать вам. Считаете ли вы, что эту же формулу Россия задействовала в случае с Нагорным Карабахом и в отношении Армении, и сейчас в отношении Азербайджана? Знаете, что касается Грузии, то я хотел бы напомнить, что до 2008 года шел переговорный процесс, в котором территориальная целостность Грузии не вызывала сомнений ни у кого из сторон, которые были посредниками в этом процессе, в том числе и у Российской Федерации. С 2008 года Россия не признает территориальной целостности Грузии. И продолжает, судя по словам Сергея Лаврова, воспринимать Абхазию и Южную Осетию как самостоятельное государство. Тут на самом деле в ловушке находится не только Грузия, но и Абхазия с Южной Осетией тоже. Потому что мы прекрасно понимаем, что Россия никакой самостоятельности этих государств реально и не помышляет. Они важны как инструменты для давления на Грузию и как плацдарм для своих позиций на Кавказе. И если Россия когда-либо захотела бы аннексировать эти территории, так как она аннексировала, допустим, Крым или Донецкую область Украины, она бы спокойно это сделала, не спрашивая особенно местное население. Вот мы считаем, что в Абхазии многие выступают за то, чтобы она сохранялась как независимое государство, так это просто потому, что Россия особенно не стремится к конфликтной ситуации относительно ее так называемой независимости. А если в Кремле примут решение, оно будет Республика Абхазия в составе России. На этом все и окончится. То, что Россия этого не делает, говорит о том, что она все еще рассчитывает получить всю Грузию, понимаете? Вот почему Россия в 1993-1994 годах отказалась от аннексии Крыма, хотя операция была уже полностью подготовлена. И в Крыму уже сидел пророссийский президент. Только по одной причине. После избрания Леонида Кучмы президентом Украины в Москве решили, что они получат всю Украину, отнюдь не только Крым. И вот поэтому они сейчас играют с грузинской властью, с Бедзиной и Иванишвили в такую историю, что если ты отойдешь на безопасное расстояние от Запада, мы поможем тебе создать некое такое государство между Западом и Россией, только ты с Западом не очень-то поддерживай в отношении. А на самом деле ничего этого не будет. На самом деле речь идет о создании ситуации крайнего ослабления грузинской государственности. Вот что нужно Москве в результате этих парламентских выборов в Грузии? Победа грузинской мечты, как бы не так. Москве нужна дестабилизация, чтобы грузинская мечта проиграла, не признала поражение, чтобы началась дестабилизация власти. Вот это то, чего они всюду добиваются. Это, кстати, и Украина касается. Я считаю, что когда они распускают разные слухи о переговорах и о своих условиях, это для того, чтобы добиться таких переговорных условий, чтобы дестабилизировать ситуацию и облегчить все вопросы оккупации нашей страны. Что касается Армении и Азербайджана, это более сложная ситуация. Я бы не стал бы это характеризовать вот как ловушку такого типа. Это была попытка, прежде всего, держать обе страны в ловушке карабахской проблемы, но они находились в этой ловушке, каждая по-разному и находится. Армения, по большому счету, заплатила за контроль над Нагорным Карабахом суверенитетом. Вот это честно сказать. Если Никол Пашинян сейчас договаривается с Владимиром Путиным о том, что армянские пограничники будут вместе с российскими патрулировать отдельные участки границы Армении, государственной границы Армении, напомню вам, а где-то российские пограничники даже уйдут с границы, то простите, что это у вас за суверенное государство, где ваши государственные границы контролирует чужая армия, и вы появление собственной армии рядом с чужой армией воспринимаете как достижение и победу с точки зрения суверенитета. Что они вообще 33 года делают на ваших границах? Ну это же хороший вопрос, правда? И вот такой вот отказ от суверенитета взамен за контроль над территорией и определял всю армянскую внешнюю, внутреннюю, я бы сказал, политику на протяжении долгих десятилетий, вплоть до Второй Карабахской войны. То, что Россия сейчас вытворяет с Азербайджаном, это тоже абсолютно предсказуемые вещи. Владимир Путин хочет создать ситуацию, в которой Ильхаму Алиеву некуда было бы подеться. Вот что я имею в виду? Чтобы Азербайджан сейчас обвиняли в том, что он недемократический. На Западе это происходит? Происходит. Чтобы Азербайджан обвиняли в том, что он создал условия для этнической чистки Нагорного Карабаха и для выселения 100 тысяч человек с этой территории. Эти обвинения происходят? Происходят. Чтобы были возобновлены санкции против Азербайджана. Это сейчас происходит, безусловно.
То есть, чтобы Ильхаму Алиеву некуда было больше деться, как в сторону Москвы. Путину было бы хорошо, чтобы он и с Анкарой поссорился, но я думаю, что эти, так сказать, попытки дестабилизировать ситуацию на направлении турецко-азербайджанских отношений еще впереди. Они будут Москвой предприниматься, как, впрочем, и попытки создать напряженность между Ираном и Азербайджаном и выглядеть в роли посредника в их отношениях. Все это Россия будет делать. То есть вот нынешняя ситуация с Карабахом и тем, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность при полном, так сказать, как будто бы нейтралитете Москвы, это не совсем нейтралитет. Это желание не оставить Ильхаму Алиеву никаких возможностей для внешнеполитического маневра. Это что, впервые делается? Нет. Ровно в такую же ловушку в свое время попал президент Узбекистана Ильхам Каримов, покойный, с Андижаном. И у него практически был отрезан путь к маневрам между Россией и Западом. Ровно в такую же ловушку, куда более серьезную для нас, для Украины, попал в 2020 году Александр Лукашенко с подавлением восстания против фальсификации выборов. Москва же специально создавала все условия, чтобы показать Лукашенко, насколько он непопулярен у собственного населения. Сама искала возможность поддержать неких кандидатов на президентских выборах, которые говорили, что они лучше договорятся с Россией, чем Лукашенко. Сама создавала такие иллюзии в белорусском обществе. Фактически сама подготовила ситуацию, которая позволила ей затем превратить Беларусь в плацдарм для войны с Украиной. Вот вам прекрасный ответ на вопросы, что они делают. И Алиев, при всей его искушенности как политика, он, безусловно, человек опытный, безусловно, понимающий, так сказать, очень многие, так сказать, возможности маневра, он именно благодаря этой ситуации, благодаря, по сути, собственной победе, оказывается в положении, когда он вынужден разговаривать с Путиным более серьезно и доверительно, просто потому, что количество людей, которые хотят разговаривать с ним на Западе, уменьшается. И это, конечно, очень тяжелая ситуация. Потому что эта тяжелая ситуация создает еще и сложное атмосферу в поиске путей для армяно-азербайджанского примирения. Если на Западе все меньше людей, которые разговаривают с Ильхамом Алиевым, и он все больше разговаривает с Путиным, а с другой стороны Армения ищет себе спонсоров безопасности в Соединенных Штатах и во Франции, а Соединенные Штаты и Франция вызывают у Ильхама Алиева предсказуемое раздражение, потому что они выдвигают ему условия и политического развития Азербайджана, которые для него и его семьи неприемлемы, то вот вам, пожалуйста, это отражается уже на внешнеполитическом треке. Добавим сюда Иран с его интересами. Ловушка, в которую попала Армения, она начала действовать еще 30 лет назад. Согласны 30 вы? 30 лет назад, да. Но, кстати, я вам напомню, что Азербайджан пытались ту же ловушку тогда же заманить, когда Россия организовывала государственный переворот в Азербайджане с целью свержения Абульфаза Эльчебея. Фактически, этот переворот, ну, надо четко говорить, осуществляли пророссийские наемники. Сурет Гусейнов, будущий премьер-министр Азербайджана, которого, в конце концов, доконал Гейдар Алиев, просто, опять-таки, благодаря собственному умению расправляться с противниками, я бы сказал, куда более серьезному, чем у тогдашнего российского руководства, понимаете? Потому что фигура типа Гейдара Алиева, все-таки бывшего члена политбюро ЦК КПСС еще брежневских времен, это более серьезный игрок, чем те люди, которые с ним играли в Москве. В любом случае, у стен Баку, тогда, когда свергали Эльчебея, стояли российские наемники. Люди, которые выполняли и затем были готовы выполнить волю России. Так что эта ловушка, она обоюдно острая была. Абсолютно верно. И ловушка, в которую попала Армения пытается, на ваш взгляд, это вопрос, пытается ли освободиться, выйти из этой ловушки, или нет, ей это пока не удается никак? Я думаю, что предпринимаются определенные шаги по поиску новых спонсоров безопасности Армении, которые, с другой стороны, могли бы помочь и достичь мира в регионе. При том, что Москва продолжает делать все возможное, чтобы этого мира в регионе не было, и по большому счету пытается доказать Ильхаму Алиеву и Азербайджану, что если мира не будет, такого вот ощутимого мира, который бы устроил Запад, то Азербайджану будет куда легче выстраивать свое отношение с Россией и поддерживать собственную роль в регионе, что тоже является неправдой. Но тут возникает следующий вопрос. Насколько армянское общество готово к пониманию опасности? Понимаете, в Азербайджане все-таки можно о многом договориться с первым лицом, поскольку само азербайджанское общество в управлении страной не участвует долгие десятилетия. В Армении очень важно, чтобы армянское общество реально посмотрело на то, откуда исходит опасность. Если на первом плане с точки зрения опасности будет Анкара и Баку, а не Москва,
то, конечно, добиться какого-либо четкого понимания тех реалий, в которых находится и будет находиться в ближайшие годы, даже десятилетия Армения, будет трудно. Тут это надо честно абсолютно сказать. Понятно, что назвать турецко-армянские или армяно-азербайджанские отношения хорошими можно было бы, так сказать, с определенной долей наивности. Но, тем не менее, я считаю, что у всех этих трех стран должна быть взаимная заинтересованность в стабилизации в регионе. Насколько такая заинтересованность на самом деле есть у России и у Ирана, между прочим, это у меня очень большой вопрос. Потому что такие режимы, как российские и иранские, они же, по сути, кормятся нестабильностью. Да, понятно, что Ильхаму Алиеву важно там использовать ту, я бы сказал, политическую роль, которую он приобрел в результате Второй Карабахской войны. Это политические дивиденды, которые позволяют ему быть главой сильного режима, пользующегося к тому же популярностью большинства населения. Но это не, этот режим тоже может быть вполне заинтересован в том, чтобы рассчитывать на стабильность в регионе, потому что возможности его экспансии ограничены. А вот возможности экспансии России и Ирана, они не ограничены, как видите. Если Иран позволяет себе обстреливать Израиль через там, территориальное пространство других стран, а Россия совершенно серьезно продолжает рассчитывать, что она вернет себе всю геополитическую зону влияния в бывшем Советском Союзе, то просто мы должны понимать, чем отличаются политические планы России и Ирана от политических планов Азербайджана и Турции. Я при этом совершенно согласен, что и Турция хотела бы усиления своей внешнеполитической роли, но не за счет поглощения, а за счет влияния. Понимаете? Иранская и российская идея отличается от турецкой тем, что Россия и Иран хотели бы действовать путем поглощения. Что они, по сути, Иран поглотил Ливан, если вы замечаете. И этого государства не существует. Россия пытается поглотить Украину. И, кстати, и Грузию. Этого тоже не существует. Но вот вам и весь ответ на вопрос. Спасибо. Попробуем как-то обозначить все, что мы сейчас, вы сейчас представили. Получается, что да, ловушки расставлены. Армения пытается ситуацию, давайте обрисуем. Вы скажите, да или нет, я правильно обрисовала или нет. Армения пытается высвободиться из этой ловушки. Получится, не получится, другой вопрос. Азербайджан прямо сейчас еще глубже сжимается. Это ловушка вокруг Азербайджана. А Грузия сейчас на пути попадания в эту ловушку, потому что, и здесь вопрос, если да, вопрос, а неужели Иванишвили и премьер Грузии, они настолько наивны и не понимают, что расставлены эти ловушки? Ответ да. Они наивны, они не понимают. Это даже не наивность, это может быть какая-то... Опять-таки, это какая-то самоуверенность и жадность. Но тоже не нужно преувеличивать уровень интеллекта всех этих людей, управляющих бывшими советскими республиками. Вот серьезно. Я бы сказал, не нужно преувеличивать уровень интеллекта и не нужно преуменьшать уровень политической провинциальности. Они всегда уверены, что они каким-то образом выпутаются из ситуации. Что главное – это сохранить власть или получить власть. А потом уже все это придет. Когда этим людям задаешь вопрос, как ты собираешься решить проблему, ты видишь, что они не знают. Ну, между прочим, у меня это ровно такая же ситуация неоднократно была в украинской политике. Когда я задавал вопрос людям, рвущимся к власти в Киеве или там их советникам, а как вы собираетесь решить проблему? Вот вы там говорите, что вы придете к власти и договоритесь с Владимиром Путиным. А как? А он будет с вами договариваться? Я видел, что ничего, кроме наивной веры в какие-то собственные способности, которые отсутствуют на самом деле, за этим не стояло. Поэтому, когда я в 2019 году пытался объяснить, что не будет никаких договоренностей с Путиным, а будет большая война, в это же не верили не только избиратели действующего президента Украины. И сам действующий президент Украины в это свято не верил, потому что переоценивал свои способности и возможности и недооценивал страсть Владимира Путина к обретению имперского вот этого вот величия. Я не думаю, что то же самое не может происходить с Бедвиной Иванишвили и его соратниками. Они могут считать, что они сохранят власть, что они подтвердят свою возможность руководить Грузией. А затем они уже как-нибудь смогут сманеврировать между Западом и Россией. Вот и все. А если Россия действительно позволит им приступить к какому-то процессу восстановления территориального интегритета, то они вообще будут на коне. Они склеят то, что разрушил не только Михаил Саакашвили, по их мнению, но и Эдуард Шеварнадзе из Виадгамсахурди. А этого не будет, потому что если бы это можно было бы склеить, то это бы склеили и без них. Уж согласитесь, что Эдуард Шеварнадзе был куда более опытным человеком в политике и понимающим происходящее, чем 145 Бедвин Иванишвили. Ну и что толку?